Полное описание источника выхода 23 и 24 серии второго сезона сериала «Анна Медиум». 23 и 24 серии сериала выйдут на канале «Россия-1» 7 марта. В новых сериях мы увидим, как у Островских трудности с деньгами. За приличный гонорар Анна соглашается работать с адвокатом Табужинским, отношения с которым у нее крайне напряженные. Старый друг Жогова Иван Саврасов, военный пенсионер, обвиняется в убийстве соседа Мухина. Жогов абсолютно уверен в невиновности друга, но при первой встрече Островская понимает, что Саврасов лжет. Убит владелец спортивных тотализаторов Станислав Кудрин. Убийца сумел угадать сложный код сигнализации и пробрался в дом незамеченным. В видении Анны преступник носит черные очки даже ночью. И она делает шокирующие предположения. Убийца на самом деле слепой. Но тогда как он смог совершить убийство? 23 и 24 серии сериала выйдут в эфир 7 марта. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.